честь Дня народного единства в Бавлинском районе организовали ряд мероприятий. Сторонники партии «Единая Россия» совместно с молодыми талантами арт-студии организовали выставку рисунков в детской школе искусств. До начала мероприятия директор школы искусств Зульфия Тагирова провела короткую беседу с детьми, рассказывала об истории Дня народного единства. Сегодня мы должны нарисовать с вами очень интересную работу в преддверии замечательного праздника, который будет завтра. А какой будет завтра праздник? День народного единства. А как вы его понимаете? День народного единства. Это когда мы все граждане, да, должны ощутить каждый из нас себя единым народом. В России проживает более 195 национальностей, поэтому даже в нашей республике Татарстан очень много, да? Какие национальности, какие люди, какой национальности у нас проживают? Ну, есть татары, русские, еще кто есть? Чуваши, удмурты, арбаш, башкиры, очень много, да, разных видов национальностей. В детской школе искусств на художественном отделении занимаются около 100 детей. В течение года они принимают участие в разных конкурсах. Цель любого мероприятия одна – воспитывать детей патриотами своей родины. Цель – ну, воспитывать детей патриотами своей страны, своей родины, сохранять, беречь природные ресурсы, природу. То есть это самое главное воспитательное значение. Главное, самое главное – это любовь к родине. Если человек будет очень любить родину, он будет и правильно относиться к жизни, а также потом уже вырастет и своих детей будет воспитывать так же. Я думаю, это самое главное. Патриотические чувства нужно воспитывать людей. Мы проводим вот такие вот выставки не в первый раз. И ну, мне очень нравятся такие выставки, потому что когда их мы проводим, мы показываем, что мы умеем людям, что, что когда люди смотрят на наши работы, они задумываются о... ну, допустим, вот здесь вот «Дружба народов России». Ребята, держа шары в руках цветов российского триколора, вышли на улицу и отпустили их в небо, загадав желание, чтобы был мир на земле. Азат Зинуров, Индира Сайфуллина, Айдар Гарафутдинов, БРТ.